Всем привет, друзья! Вы на канале Alex86Play. Меня зовут Александр, и мы продолжаем прохождение игры. Одни из нас. Часть первая на ПК. Короче, я когда в эту игру захожу, я не знаю, как здесь работает сохранение. Потому что меня откинуло аж вот туда-назад. И все, что в прошлой серии мы с вами искали, лутали, находили, открывали, все снова было закрыто. Вот! И мне пришлось минут 10... собственно, потратить опять времени на то, чтобы все это посмотреть, все найти. Вот, поэтому я не знаю, возможно, будет отличаться. Что-то не нашел, что-то нашел. Короче, ну как бы трубу нашел, все сделал. Отмычку потерял, коктейль один, тряпок нет, аптечек 3. В общем, дымовуха взрывная, все есть. Вот. Короче, сказал, все, продолжаем. Так, фонарик. Фонарик работает. Пистолет, дробовик есть. Снайперка, лук есть, не свести денег не будет. Ух ты. Неправда, в космосе так нет. Не надо тебе казаться так. Так, все, ладно, идем. Посмотрим, куда он ведет. Давай посмотрим, куда он ведет. Продолжаем. Всем приятного просмотра. Тут было в прошлый раз очень много. Не понял. Мысли. А я думал наверх. Там было много мужиков. Не сломай шею. С какой-то банды. Но они вроде бы сели глиш штабелями. Я, если что, ни при чем. Они сами на меня шли. Пришлось завалить их всех. Так, спокойно. Где это? Не понял сейчас. Пилюли, блях, спрятали, ты прикинь. Так, а что у нас по пилюлям, кстати? Давай посмотрим. А, всего 15, да? Мастер заточек теперь надо тоже сотку. Ну, будем сотку копить по-любому. На здоровье максимальное. И, наверное, на заточку. Что там ищешь? Вот. Так, там что? Там ничего. Ладно, идем дальше. Я надеюсь, сейчас здесь никого не будет или будет. Мы куда-то идем дальше. Солнышко светит. Птички поют. Лягухи, квакухи. Хорош возиться. Опа. Лежи, лежи, лежи. Валим отсюда. Опять они. В смысле, куда они? Он убрал доску. Зачем? Ничего. Вроде нас не видели. Так это болото. Фух, вот и наш мост. Мы приближаемся. М? Не будем терять время. Пошли. Так до него далеко. Так, здесь есть что смысл? Шмонать и лутать. Или нет? Ну, обычно в мусорках что-то валяется. Манекен. Какая же она худая. Ой, ну ты смотри, прям реально есть. Кто худая? Что? Заточка, отлично. Заточка, отлично, это раз. Да что такое? Простите. Что-то какая-то начнется кашель. Приходишь с работы, уставший, видимо, запыхавшийся, бежишь скорее. Так, без вариантов, окей. И поэтому, собственно, вот так вот. А, смерть за свободу. Ой, ну прям не зря пошел-то ты, смотри-ка. Ну, лута, я уже говорил, мало очень дают. Не зря, короче, пошли. Так, это что такое? Пойдем сейчас к ним в гости. Кирпич, не кирпич. Здесь болото. Я так понимаю, нам нужно будет вот в ту здание идти, в то здание через вот эту. Правильно? Так, а я их слышу. Я иногда говорю, но не слышу. Ты где? Ты кого там встал-то, ёлки-палки? Она, короче, зависает, я не знаю. Блях, так здесь болото. Нет, я не допрыгну. Так ты ж плавать не умеешь.
Ты идешь? Нет, мать. Ты кого там носишься-то? Чё, типа здесь не глубоко? Давай. Давай, залезай. Залезаешь? Смотри-ка, еще одна плавучая хреновина. Может, мне на ней переплыть? Ой, я забыл, что здесь надо нырять-то. Какая плавучая херня? Ты про чё? Опа-на. Блях, я сейчас что-то не туда, куда-то не туда поплыл, да? Не, ну как бы туда, ну погоди. Под водой, судя по всему, ничего нет, да? Да блях, не сюда. Джоэл. Сейчас я все быстренько об этом. Тут же нет ничего наверняка. Я насчет ресов. Или все-таки что-то может быть? Тачка. Да ладно, знаю я, все, отстань. Это кто, блядь? Это еще что? Опасное место. Не понял, ну. Что происходит? Про какую-то там плавучую херню ты говорил? Вот это? Я не могу ее взять. Но нам по-любому туда. Так а что тебе стоило залезть вот посюда? А сесть мне на шею. Нет? Ну ладно, тогда я поплыл. Ну тут как бы можно было и не нырять. Там, короче, кого-то стопорнули и кого-то, возможно, убили. А чё там? Так, фонарик выключи. Пока не светимся, не палимся раньше времени. Нет места. Открой, пожалуйста, Джоэл. Тряпку взял, мне как раз тряпку не хватало. Почему он зависает в анимации? Нужно ждать время, чтобы, блин, прошло, чтобы он это... Так, реверс кафе. Отличный кофе с 1976 года. Отлично. А тут что? Кафе Реверс, да, собственно. Да бляха, одни алкаши жили тут. Бутылки, бутылки, бутылки. Так а нахрена я сюда пришел-то, вопрос. Бля. Но мне нужна доска, правильно? Ты типа перепрыгнешь, что ли? Ну да. Алло, да ладно, в чем прикол-то? Что-то я не понял сейчас. Но доску он не брал. Здесь я больше не видел никаких досок. На второй этаж, что ли, все-таки предлагают? Что такое? Тогда я не знаю. Так а какой поддон-то использовать? Бля, вон тот что ли? И серьезно сейчас? Да отстань. Я же здесь был, я его не видел. Ну дела.
А наверху-то чё? А куда её переправить-то? На автобус? Давай, садись. Ну? Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Ну давай, давай, мать, шевели. Ну ладно. Смотри, не утони. Через какой отель-то? Все, запрыгивай. Клади доску, как они. Не убей, смотри меня. Это отель. Готово. Остается придумать, как залезть тебе. Так я уж придумал, я уж тут два часа. Сейчас на лестницу заберусь на второй этаж. Если, конечно, тут не заблокировано. Нет, вроде не заблокировано. Я надеюсь, щелкунов здесь нет. А щелкуны характерный звук издают. Я запомнил, представляешь, как их зовут. Так, опять бутылка. Чё, тут ничего нету? Не верю. Серьезно? А на чем мне нет? Мне коктейли нет, мне тряпок нет теперь. Либо того нет. Опа. Ой, ну пилюльки-то вообще. Пилюльки прям вообще нужны. Заточка еще лежала, ты прикинь. Так, сегодня ночью пойдем брать восточный КПП. КПП. Я подготовил тайник с припасами. В регал апартаментс. Он отмечен красным крестом. Ага. В регал. Регал апартаментс. Угу, красным крестом. Бляха, заточки нет места, обидно. Сейчас бы заточку не делал. Да, как кто, блин, знает. Ну, хотя надо реально в последний момент. Потому что... ну, опять-таки, у меня ресы, я это теряю. Тут я как бы, хоть понимаешь, заточку сделал, и у меня ресы еще есть. Я могу ресы взять. А так я не могу ресы брать. Ладно, хрен с ним. Печально. Так, я там был уже? Да, я там был. Опа! Это вот этот, что ли, отель? Мы нашли записку. Ну, куп! Ты, блядь, издеваешься, что ли? Ты чё упал-то, Джоэл? Чё это сейчас было? Я не знаю, чё-то... Продолжаем. Я не знаю, игра что-то вылетела. Игра внезапно улетела. Так, меня интересует что? Меня интересует, забрал ли я ресы. Потому что если не забираются они... Бутылка, смотри, здесь есть. Сейчас быстренько давайте пробежимся, проплывем. Ничего страшного. Нет, смотри, я же говорю. Фу, ну и вонище. Понимаешь? Да, дерево прогнило. Да садись ты. А ты часто бывал в кафе? Ну да. Она сюда пришла. И что ты заказывал? Просто кофе. Просто кофе. Вот, видишь, не сохраняются. Она, короче, сбойнула. Я не знаю, что это было. Вылетело. Вот, значит, поэтому ресурсы вот там тоже есть. Поплыли. Поплыли за ресурсами. Ну, это, кстати, первый раз. За все время то, что мы проходим, играем на ПК, она сбойнула конкретно так, что вылетело. Краш, краш, ошибка. Ресы нужны, ресы необходимы. Тем более пилюли. А записка, кстати, нету. Интересно, да, как-то они сделали очень сохранение. То есть ключевые какие-то сохраняются, а тупо ресы нет. Патроны, ресы, таблетки, бляха, это печально. Давай прыгай, пойдем снизу. Тут и что-то как-то шмякнулся. Это неправильно. Это серьезно неправильно. Давай нормально, только иди, Джоэл.
Ты взял, блин, шмякнулся. Думаешь, охотники ушли? Да вряд ли. Я пистолет, если что, взял, не ссы. Я, если что, пистолет взял. Охотники. Куда они, главное, ушли? Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Пока все не накрылось. Еще пилюли. Нет, для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Ну, когда-то было, да, возможно. Продолжаем шмонать. Опа, а где? А я не находил записку с сейфом-то. Интересно сейчас. Так, тряпка, ништяк, коктейль делаю. У меня была записка... Какая у меня была записка? Записка о тайнике, правильно? Да, вот она. Тайник с припасами Регал Отель, он отмечен красным крестом. Значит, нам нужно где-то найти. Представляешь? Да зачем ты, блин, положь ты? Он почему-то постоянно коктейль берет. Ты мне прошлую серию, блин, коктейль выкинул. Так, ну за сейфом надо вернуться. Какая минута, запомни. Нет места, бляха. Пока не знаю, но узнаем. Пока у нас идет шмон. Отель затопило. Заросло все травой. Поросло травой. Место наших встреч. Банкоматы. А нам именно туда надо? А вон лестница. Чё это там кофе горит? Давненько я не пил кофе. Чё, хочешь попробовать кофе? Мы можем это легко устроить. Ну, аппарат старый. На то-то время был. Так, а где записка с сейфом-то? Она, кстати, может где угодно быть ведь. А я думал, нам... Погоди, так а чё ты туда залезть-то не можешь? Типа здесь ничего нету? Ну окей. Нам бы не пропустить. Да давай, кого ты щуришься-то? Темно же, не видать нихера. А нам куда залезть-то? Сюда надо. Сейф в самом начале, да? Ты полезешь? Не вижу ничего. По крайней мере, пока ничего нигде не валялось. Но записки видно, они сверкают тоже. Записная книжка. Лягушки. Погнали. Лягушки-квакушки. Лезь. Чё ты так с ней? Грубо. Лезь! А! Так. Погоди-ка, ты ничок нашел? Ну тут, кстати, очень много таких мест, где можно пропустить. Чё это? Слышишь? Музыка? А вот и записка, да? Да, смотри-ка. Всем сотрудникам отеля служебный код гостевых сейфов изменен. Новый код 221056. Ты прикидос, да? Я, правда, уже забыл. Ну все. Можно здесь нырнуть?
Отлично. 22, что там было? 22, 10, 56. Давай убедимся. Двадцать два, 10, 56. Как-то не прорисовываться стало теперь. Что ты делаешь? 22, 10, 56. Так. 22. Так, 22. 10, 10, 56. Ага. Отлично. И чё у нас оттуда? Какая-то золотая книжка. Читать. Так, глава 12-6 или Б, не знаю. Повышая надежность ножей, усиление. В усилениях, когда нож является единственным, его прочность приобретает особое значение. Да? Найденного ингредиента. Прочность заточки увеличена для... Чё? Да это мне зачем показывать? В смысле, как это понять, прочность заточки? У заточки появилась прочность? Чего? Я, кстати, бомбу могу сделать. Пока ничего не понял. Я понял, что увеличилось уровень заточки. Но... И чё? А где как посмотреть-то? Типа она с первого раза не будет ломаться? Это замечательно. Это ж прям великолепно. То есть она теперь двухразовая, да? Я могу двоих этих убить. С заточкой. Ну, отлично. Так, а чё мне, погоди, на эту-то тратится? Нож. И три этих. Не, пока не буду тратить нож, потом лучше заточку сделаю. Я уверен, что бомба как бы полезная вещь, но пока в данной цели мне важнее заточка. Чё, заждалась? Всё, погнали. Шутки готов? Давай, жги. Ну. А теперь закрой рот и скажи, где ты был. Ну. Да. Знаешь, кто не прав? Кто? Лев. Да. Прикольно. Не прикольно, Лев. Сколько яиц можно съесть натощак? Ну и сколько? Сколько? Блять, не узнали. Сколько яиц можно съесть на кощак? Ни одного. Да бляха, куда мы вообще идем-то? Хоть. Че, ничего нету? Туда можно подняться? Че это? За звук. Опа. А, черт. Пригнись. Стоп. Сколько же это? А, пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. Так. Спокойно, дружище. Не нервничай. Стоит, палит. Уходи, дружище.
Ты мне стрелу отдашь? Так, еще что-то могу сделать. Коктейль. Оставлю пока на аптечку, мало ли. Так, он мне стрелу не вернул, да, он? Блять, как здесь много. Бля, ну здесь до хера. Сухофрукты у него есть. Их бы собака потихой. Спокойно, дружище. Отдохни. Так, окей. Блять, кот наверх ушли. Тут даже не знаю, что делать, блять, шмонать? Или идти их убивать? Ну, по логике нужно было вначале их убить всех. Потом спокойно шмонать. Эти паразиты, блять, разбрелись нахуй кто куда. Перенеси на третьем этаже. Спалить могут в любой момент. Блядь, здесь тупик. Федь, не кричи. Федя, не кричи. Федя! Пацаны, а у вас что здесь? Сходка, рейс? Что у вас тут? Ой, блядь, не видно нихера. Сейчас он сюда подойдет. Федь, не кричи, сказал! Прекрати, чё как этот-то? Так, один там. Так, будем ждать его или что? Блять, я только что оттуда. Как он прошел-то туда? Ну их, судя по всему, трое осталось, хотя, возможно, и больше. Потому что в прошлый раз я тоже думал, что их трое, а их там было аж, блядь, 33. Огромное место просто, серьезно. Я понимаю, что мы можем их пройти. Чё это мигает-то? Но мы этого делать не будем. Так, все, он идет сюда. Почему ты так-то встал? Ну иди сюда, другалек. Да, блядь, кого ты там делаешь-то? Мне не нравится, что он спиной ходит постоянно. Кто-то кусает. Так, окей. Минус еще один. Но тут по-любому надо не расслабляться. Только что мигало, теперь уже не мигает. Так, ничком. Ничком. Ничком никого нет. Блять, а что мигало? Тут эта штука только что мигала. Так, ладно, пойдем. Тут вроде ни хера нет. А вот тут может быть опасно. Где, блядь, подъем на второй этаж? Так, он идет сюда, да?
Это со стволом собак. Да что ты там потерял-то, дружище? Спокойно, дружище. Показал нам свою. Так, патроны отдай. Гаденыш. Патроны не отдал. Вот это полезная вещь. Так, и что получается, еще один там, да? Или он здесь не один? Есть нам вообще смысл просто так ходить? Блях, ну судя по всему, он один. Какое-то место знакомое. А я вообще откуда пришел-то? Можешь мне кто-нибудь сказать? Ну или по-любому надо оружие давать. Так, вот я отсюда пришел, да? Здесь мы все прошмонали. Или нет? Как так-то? Вот же чувак лежит. А, я туда не ходил. Блин, у них тут вид такой нечушный. Дубинка, смотри, какая-то лежит. Нет мест. Но она не усиленная, труба-то трубой. Так, а здесь я был? Нет. Машинка-то. А зачем мы сюда пришли? Если здесь ничего нет. По идее, тут что-то должно было быть. А тут нет ничего. Так, интересно. Типа они просто здесь живут? Да. Продолжаем. Продолжаем. Так, а... Я отходил, мне надо было. Вот, ну бляха, я здесь ничего не вижу такого особенного. Ничего не вижу я такого особенного. Ладно, пошли валить. Да что ж такое-то? Что такое все? Вот такое зудится. Почесывается. Так, откуда мы пришли? Откуда мы пришли? Вопрос, где проход? Так, он там ходит, окей. Чё взять, даже не знаю. Это мне вот это не нравится. Сейчас какой-нибудь хрень наверняка выскочит на меня. И какой-нибудь замес пойдет. Вот, вот почему он не туда смотрит, а вот сюда поворачивается. Как это? Джоэл, ты дур... Ну, что я могу сказать? Это стопроцентный дурачок. Как можно с жопой-то глядеть? Ты же должен выглядывать, смотреть, что там. Он, блядь, берет жопой и пятится. Я это сразу заметил, кстати, в этой игре. Это какая-то отличительная черта этой игры, фишка, что ли? Вот, ты идешь, тебе нужно вот так вот смотреть. А не жопой, блядь. Блядь, у вас тут какой-то пожар. Где он? Хер далеко. Опа. Блять, он там еще и не один оказался. Зашибись. Вот смотри, опять. Не понимаю этого прикола. Это я туда смотрю. Ты-то туда тоже должен смотреть, а не туда. Блин, там еще один. Их трое здесь. Ну их здесь до хера, да. Нифига не трое. Скольких уже убили? Можно было, конечно, просто пройти всех перебить, но... Я так не хочу.
Я уже объяснял, что на них патроны тратить, ну как ты вообще? Давай, идешь уже. О, красавчик, молодец. Настоящий. Настоящий бандюга. Спокойно. Заглядывает еще. Черт. Да, вот тебе черт. Минус черт. Совершенно ты права. Ну тут какая-то хрень, куча говна, у них ничего нет. Блин, у него патронная винтовка, а мне дали на пистолет. А вот здесь уже не получится по стелсу, да? Так, один там. Где ходит, хрен пойми. И где-то еще один был. Где этот ходит, черт, хрен тоже поймешь. Ой, серьезно, их там да хуище, бляха. Да я не хочу с ними в перестрелку вступать. Ой-ой. Я тоже слышал. Да. Ну-ка, обыщи комнаты. Там кто-то заразился. Кто-то кашляет. Ой-ой. Чё это мигает? Да, блядь, это карабин. Так если вы здесь давно. Не, ну он где-то сбоку ходит, он сюда не пойдет, это по-любому. Чё мы ой-ой-каем, я тоже не пойму. Вот это плохо. Сюда пойдешь? Прям на проходе, блядь, прям на проходе. Можно побыстрее Джоэлу шею свернуть? Спасибо. Ты настоящий друг. Элли прям беспалевно спряталась, тоже молодец. А тут нет прострела. Ну а чё нет-то? Потихонечку продвигаемся. Сейф какой-то как будто. Я никуда не тороплюсь, поэтому у нас всегда так. Здесь не нужно торопиться. Здесь спешка вообще ни к чему. Блять, ну отель реально огромный. Так, значит, раз-два их было больше. Вот это что, там сияет? Один, короче, тут патрулирует. Так, ну он пока ушел. Здесь ничего нет. Элеваторс. Сюда идет, да? Зашел, окей. И вышел. Блять, и там еще. Как он пойдет?
Нет, судя по всему, ушел, да? Или пойдет? Ты пойдешь сюда? Идет, да? Нет, не идет. Окей, тогда пойдем того нокаутировать. Тихо, не спешим. Покажи личико свое. Предсмертно. Да чего ты ёмкаешь-то? Ничего страшного. Таблетки. Так, окей, еще один лежит. О, жуть. Вот это да. Выбрали легкий способ, да? Ну, типа это того. Нелегко. Но для многих проще, чем ждать щелкуна или охотника. Поверь, это нелегко. А тут что-то прям это... Подрыв какой-то. Вот это что такое? Это проход? Блин, не ёбнуться бы. Я не думаю, что это проход. Потайная комната. Как много пивных бутылок. Ладно, идем дальше. Идем медленно, но верно. Блях, прикинь, у них деревянные стены в зданиях. Вообще просто взял и вынес. Ну это что ж такое-то? Так, а что у меня там? У меня все есть. Я, кстати, коктейль могу сделать. И бутылку взять. Здрасте. Офигеть. Да не нажимал я, Джоэл. Пойдем следующего убивать. Тихо. Так. Этот черт ходит там. Тут что? Бутылки нам нужны. А вот ножницы опять не нужны. Так, окей. Зайдем сюда. Просто, ну потом реально идти и то все бегать, шмонать, когда ты их убьешь. Тоже как бы не особо-то. Блин, какие ванны здоровые, огромные. Много их здесь, конечно. Ни один ходит вот здесь. Идет сюда, да? А пока только двоих вижу. Но пока... Так, погоди, а там же дверь была помеченная крестом. Блять, я все пропердел. Я про нее забыл. Нам нужно будет вернуться тогда. Там же какая-то дверь была. Может, я их уже нашел?
погоди, смотри. Так, сегодня ККП. Я поставил тайник с припасами в районе. А нет, тут ничего не написано. Я думал, дверь какая-то. Просто красным крестом. Я что-то вообще забыл про этот красный крест-то, если честно. Мы где-то видели с вами красный крест или нет? Но это тоже не здесь. Так. Отлично. А где он может быть, красный крест? Припасы. Блях, просто мне реально неохота идти. Ну этот, судя по всему, он туда. Так, ладно. Погоди, ну а я, в принципе-то... Ну, мы сейчас к нему, к этому говнюку придем. Мы видели с вами красный крест? Ну вот, типа, что тут показано, стрелочка. Может, все-таки мы еще не все потеряно? Больше я красных крестов не видел, как бы. Там мы бегали, я тоже ничего не видел. Возвращаться назад мне неохота. Если бы вы знали, о чем я. Ну, это вы наверняка знаете. Вот, бляха. У нас уже и по времени. Но я там красного креста вроде бы не видал. Она наверняка должна быть взламываться с отмычки, скорее всего. Ну ладно, похер, пошли сбегаем. В принципе, недалеко ушли. Красный крест. Сейчас быстренько все двери посмотрим. Но эти все закрыты. Они не рабочие. Это они, блядь, какой-то пожар устроили. Не, ну это нереально. Искать-то. А на похер, короче. Здесь я не видел. А я вообще, мне из головы вылетел. Красный крест, только сейчас вспомнил. Хорошо будет, если оно будет здесь, в начале, в конце. Ну там, в принципе, все двери, какие были, мы зашли. Насколько я сейчас пытаюсь вспомнить. А что ты так близко здесь делаешь? Ты что, друг Александр, пришел? Обрезан. Что-то приперся сюда зачем-то. Вот ты, блядь. Ловушка была, да? Ну да, меня спалили. Так, плюемся на городок. Тишина такая. Там по-любому еще кто-то есть, да? А как будто нет никого. Ну, обычно, если когда кончается, он начинает говорить, что все, типа, штяк. А вот тут печально. Тихо ты!
Куда ты побежала-то? Ёб твою ж медь, Элли. Я тут ничком ползаю, а она... Ну, красного креста я нереально не вижу. Ну и ладно. Чё теперь будем расстраиваться из-за него? Ну что-то как-то все блестит, сверкает. Такое ощущение, что ресы. Ну у меня, в принципе, ты чё, у меня нормально по ресам. На две аптечки еще. На заточку нет, и на это нихера нет. На бомбу, в принципе, есть. На эту тоже есть, на бомбу у меня хватает. Так, вот здесь я не был единственный еще. Но мне не надо. Там кто-то что-то ходит, штопает. В ванной всегда пилюльки есть. Бляха, ножницы не, нельзя. Нельзя. Кирпич в раковину, ни-ни. Элли, ты куда, мать, умотала-то? Ты сама по себе ходи, смотри. Вообще не представляю. Смотри, похоже, в этой шахте есть лестница. Постой, дай я попробую. Бляха, ну я точно упустил. Получается-то. Печально. Но, опять-таки говорю, у меня здесь норм. У меня здесь вполне патронов есть. Патроны есть, щелкунов нету. Здесь тоже 19-16. Да ладно, хрен с ним, что теперь. Единственное то, что ресурсы это которые на прокачку, тогда да. А где я прошел? Ну, бляха, много очень. Че, идем? Там здесь никакого щелкуна не будет. Посмотрим, что там. Сейчас. Че за звук? Ты как здесь оказалась? Ну все, нам туда нет пути. На всякий пожарный. Ну да, конечно. Тут узковато, но пролезем. Ладно. Главное не ебнуться. И чё? Камеры еще. Давай, 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 Элли. Подброшу. Там сейчас какой-нибудь козел вышел. Лучше найди за что ухватиться. Ну, вперед. Вперед. Осмотрись там. Да ладно. Ёб твою мать. Все нормально. Ёб твою мать. А ты в порядке? Нет, ты меня до смерти напугал. Нет! Ты оставайся там! А я поднимусь! Только не помирай! Да, блядь, неохота! Постараюсь! Ёбаный ты ж покос! Итак, куда дальше? Ты чё, издеваешь? Блядь. Похоже, то самое. Ой, блядь. Кажется, туда я не заглядывал. Так, дай-ка что-то страхово. Твою мать, скримеры, хримеры, хреновый
Блять! Ай, блять. Так нам наверх нужно, а не вниз. А я не понял, куда? Я везде побывал. Мне все-таки вниз предлагают нырять. Больше некуда. Там завалило. Тут я пришел, обшмонал. Отсюда я пришел. Значит, туда? Ну, если скример там сработал, значит, на верном пути. Но только вопрос, куда нырять, чтобы где-то выплыть. Ёбаный в рот. Да что за хрень-то тут творится? Жуть! Кто-то рычал? А здесь? Как бы обойти эти ворота? Ты, блядь, у меня спрашиваешь, здрасте. У него внезапно слух не работает, а нам пора заканчивать. Может, за тем проходом? Ты такой уверенный в себе, Джоэл. Тут нет нихера. Муяка, блядь, нагнетяка. Чё-то я не понимаю, куда идти. За каким проходом? Здесь нет нихера. Подсказка молчит. Оттуда я выплыл. Здесь завалило. Не понимаю. Больше здесь нет прохода-то. Хм. Но там есть проход. Так, бойлерная рум. Чуть не это. Чуть было не было. Воздух не закончился.
долбанные споры. Мне интересно, как сохранение опять будет. Смотри, начать эпизод заново. 3 минуты. Это очень много. Нам бы реально заканчивать пора. Но я так понимаю, пока мы дальше не пройдем. Это кто? Твою мать! Я надеюсь, вы меня кусать не будете. Ёб твою мать. Ненавижу эту хрень. Вопрос, какую, Джоэл? Я с тобой полностью согласен, я тоже ненавижу эту хрень. Но здесь проход есть. Что это было? Так, ну это мне по-любому включать надо, но не сейчас. Прекрати! Бляха, серьезно, да? Так, а теперь... Во! Начать эпизод минуту заново. Давайте тогда на этом закончим. Потому что время, бляха, уже опять час прошел, 2 минуты. Ну, такое криповенькое место, да. Особенно, когда ты один. Тут что-то надо будет включить. Наверняка какие-нибудь щелкуны полезут. Щелкуны, не знаю. Тут очень много, где можно походить. Чего-то полутать. Какие-то скрежеты. Это котельная, парикмахерская. Я так понимаю, это все подвальное помещение гостиницы. Очень, блядь, огромное место. Звук жуткий. И, соответственно, будем начинать с новыми силами. С новыми возможностями. Вот. Что такое? Здесь кто-то меня подцепит? Но там был выход, там наружу, и там был выход. Здесь куча выходов, кстати. Ёб твою мать, еще и второй этаж. Я просто херею. О, все. Смотрим. 3 минуты, 2 минуты назад оно сохранилось. Все. На этом с вами мы и заканчиваем. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик. Всем пока. Пока.